Хабиб Нурмагомедов огласил название своей автобиографической книги. Она будет называться «Хабиб Тайм». Также он заявил, что 9 сентября и турнир UFC 228, либо 6 октября и турнир UFC 229 – это наиболее вероятные даты и турниры для его возвращения в октагон. Экс-боец UFC Реза Мадади подписал контракт с ACB и пополнил ростер промоушена в легком весе. Дебютный поединок состоится 25 августа на турнире ACB 92 в Швеции. Имя соперника пока неизвестно. Майкл Биспинг официально объявил о завершении карьеры бойца. Свое решение Майкл объясняет проблемами со здоровьем. После поединка с Гастелумом у Биспинга возникли проблемы со вторым здоровым глазом, и это подтолкнуло его повесить перчатки на гвоздь. Вот лишь некоторые комментарии известных деятелей мира ММА, посвященные завершению карьеры Биспинга. Александр Волков заявил, что скорее всего свой следующий бой он проведет с победителем пары Миочич-Кармье. Последний наш разговор с UFC закончился тем, что я буду 8 июля присутствовать на турнире UFC 226. В случае травмы Кармье или Миочича выйду на замену одному из них. Если отбросить вариант с травмой, то наверное проведу свой следующий поединок с победителем пары Кармье-Миочич. Крис Сайборг рассказал о своих ближайших планах. UFC планирует мой реванш с Холли Холм, и именно поэтому поставили бой Холли против Меган Андерсон в основной карте UFC 225, вытеснив оттуда Алистара Аверима. Я сначала могу сразиться с победительницей боя Холли и Меган, а затем встретиться с Амандой Нунес. Кстати, сам Дана Вайт рассказал, что перенос боя Аверима в прилимы не связан с поединком Холм и Андерсон. Алистару придется выступить в предварительных боях из-за CM Punk'а. Дана это прокомментировал следующим образом. Слушайте, когда Алистар Аверим будет продавать столько же платных трансляций, как CM Punk, вот тогда и поговорим. Эдди Альварес решил не подписывать новый контракт с UFC перед реваншем с Дастином Порье, который 29 июля станет главным событием UFC on Fox 30 в Калгари. Логика Альвареса проста. Он рассчитывает победить Порье и подписать новый контракт на более выгодных условиях, нежели ему предлагает промоушен сейчас. Джастин Гейджи принял недавний вызов Элая Квинты провести с ним поединок. Бойцы хотят встретиться в августе или сентябре. Теперь дело лишь за матчмейкерами UFC. Ждем официального анонса. Друзья, давайте встанем и поприветствуем нового россиянина. Джефф Монсон указом Владимира Путина получил российское гражданство. Да-да, это случилось только сейчас, а не 3 года назад, когда так утверждали все СМИ. Тимоти Джонсон прокомментировал свой переход из UFC в Bellator. Несколько раз я просил UFC дать мне определенных оппонентов, но меня игнорировали. Надеюсь, такая ситуация не повторится в Bellator. Теперь я получаю больше денег, чем по контракту с UFC, и при этом имею больше возможностей. Также для меня важно, что я смогу немного раскрутить себя. Отметим, что Валентин Молдавский недавно сообщил, что именно он станет первым соперником Джонсона в Bellator, и что этот поединок состоится на одном из летних турниров промоушена. Нил Мэгни после своей победы на турнире UFC в Ливерпуле выразил желание в своем следующем бою встретиться с Камару Усманом. Но Мэгни не единственный, кто рассчитывает провести бой против Усмана. Еще один триумфатор турнира в Ливерпуле – Даррен Тилл. Также не прочь провести бой с нигерийцем. Но помимо Камару, Тилл также не против встретиться с Хорхе Масвидалем. Состав участников турнира M1 Challenge 93 пополнился 3 противостояниями. Никита Новиков сразится с Владимиром Миговичем, Шарль Анри Люсьен встретится с Юрием Федоровым, а Магомед Магомедов проведет бой против Никиты Подкольникова. Напомним, турнир состоится 1 июня в Челябинске. Также пополнился карт турнира M1 Challenge 94. 15 июня в Оренбурге мы увидим противостояние финна Юхо Валама с Максимом Грабовичем. В карт турнира ACB 88, который состоится 16 июня в Австралии, добавлен поединок в среднем весе. Джейкоб Холлимен Тагу встретится с Радольфо Виейрой. Турнир ACB 89, который состоится 21 июля на Кипре, пополнился еще целым рядом интересных поединков, из которых мы выделим несколько. Алексей Буторин проведет бой против Василия Бабича, а Александр Сарнавский разделит клетку с Хердесоном Батистой. Полный карт ивента на данный момент выглядит следующим образом.
Сегодня стала известна стоимость билетов на турнир UFC в Москве. Она составит от 1500 до 32 тысяч рублей. Напомним, турнир состоится 15 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский». Предпродажа для членов UFC Fight Club откроется в среду 30 мая в 10:00 и закончится в четверг 31 мая в 21:00. Максимальное количество билетов, доступное для приобретения одним пользователем, 8 штук. Для всех остальных билеты будут доступны с 1 июня. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Всем пока!